Итак, о чем мы поговорим? Во-первых, мы поговорим, в чем смысл работы, откуда здесь деньги берутся, что делать надо, кто вам поможет и что будет в результате проделанных действий, работы. Итак, в чем же цель создания любого вообще бизнеса? Ну, конечно же, каждый из нас прекрасно понимает, это создание больших товарооборотов и, соответственно, получение прибыли. В любом бизнесе продвигаются товары либо услуги. Ну и, конечно же, чем большим спросом пользуется товар либо услуга, тем больше товарооборот получается. Есть два основных способа организации товарооборота. Это розница и опт. Ну, розница это что? То есть это магазины, это каталоги. Опт тоже бывает разный, но классический опт это фирма-производитель, крупный оптовик, средний оптовик, мелкий оптовик и магазин. Сейчас же очень много фирм, как вы прекрасно понимаете, добавляют, да, то есть в свою работу интернет-технологии, интернет-возможности. Очень много известных фирм. Возможности интернет, конечно, сейчас безграничны. Я уверен 100%, что каждый из вас делал что-либо в интернет, либо оплата ЖКХ, либо какие-то платежи, покупки каких-то товаров, покупка авиабилетов, либо оплата каких-то госуслуг. Вообще по статистике 85%, то есть людей уже делали что-то подобное, то есть в интернет. И я уверен 100%, раз вы смотрите это видео в интернет, то вы относитесь к их числу в том числе. Что же мы вам предлагаем? Мы предлагаем стать владельцем своего интернет-магазина. В этом интернет-магазине огромный ассортимент товаров, конечно, повседневного спроса. Это косметика, аксессуары, бижутерия, детские товары, продукты здорового питания. Какие есть плюсы? Вам не нужно арендовать помещение, вам не нужно будет платить зарплату, вам не нужно будет заниматься доставкой продукции, бухгалтерией. Этим будет заниматься компания-партнер. Какая ваша задача? Вы создаете сеть покупателей и организовываете большой товарооборот. Подчеркну, через интернет. В итоге получаете процент с организованного товарооборота. Откуда деньги же берутся? Первое. Вот смотрите, каждый из нас, кто открывает свой интернет-магазин, конечно же делает то есть, покупки уже в своем интернет-магазине. То есть мы покупаем в своем интернет-магазине для себя и для своих родных близких. Но я по этому поводу всегда привожу пример. Скажите, пожалуйста, если вы открыли свое кафе, свой ресторан, где вы будете обедать, где вы будете торжества отмечать? Если вы пришли в свой ресторан, покушали и решили, к примеру, по счету заплатить, ну, счет там на 1000 рублей, кому вы в этом случае заплатили? Да, все верно, себе. Вот здесь то же самое, то есть покупая в своем интернет-магазине, вы покупаете по сути, то есть у себя. Второе действие, обучаемся некоторым технологиям. В проекте «Бизнес-модель 21 века» есть четкие отлаженные механизмы. Сразу же вы получите, вот как только вы начнете, вы сразу получите четкие инструкции, раз, два, три, что делать пошагово. Третье действие. Мы находим людей, которые готовы делать первые два действия. И в результате получаем процент выплат от организованного товарооборота. Итак, еще раз хочу подчеркнуть. Вы не занимаетесь продажей. Вы организовываете процесс покупок. В итоге, сколько же будут платить? Доход будет зависеть от товарооборота. Деньги не из воздуха берутся. Обратите внимание, на табличке вы видите, да, 4 колонки. То есть объем покупок в рублях, процент выплат, сумма выплат и количество человек. Мы брали из расчета, что в среднем один человек делает покупку личную от 1000 до 1500 рублей. Вот скажите, кто из вас, да, то есть сам для себя покупает, то есть там товаров первой необходимости, то есть косметические там продукты питания, как минимум на 1000, на 1500 в месяц. Да это 100%, мы и то взяли по нижнему, то есть по нижней планке. И вот обратите внимание, если вы организовали, то есть объем покупок на 90 тысяч рублей, это примерно 90 человек, то вы получаете, соответственно, более 13 тысяч рублей доход. Хотите больше, соответственно, больший товарооборот и больше вознаграждений. Один пример приведу. Один из наших партнеров, да, Евгения Васильева, она мама, на данный момент в декретном отпуске. Вот обратите внимание, 14 января она получила, да, то есть, видите, это платежка, мы все получаем официально через банк, она получила 56 096 рублей. А уже 29 января, обратите внимание, вот прямо ввожу, да, это банковская платежка. То есть она получила выплату 48 тысяч рублей. А уже 18 февраля, посмотрите,
видите, 18 февраля, она получила сумму 52 206 рублей. Как сама говорит Евгения, средний мой доход от 80 тысяч рублей в месяц. И это только начало. Но вот задумайтесь на секунду, да, где бы еще мама, находящаяся в декретном отпуске, могла зарабатывать каким образом вот такие суммы, такие деньги. И вот теперь вопрос, что важно при выборе компании-партнера? Вот обратите внимание, сразу же хочу отметить ваше внимание на то, что мы сразу же, да, то есть обращали внимание только на легальные компании. Мы отменили все компании, которые работают каким-то нелегальным способом. Мы отказались от сотрудничества с компаниями, которые не делают официальных выплат. Нас интересовали только официальные компании. Мы не рассматривали фирмы, которые работают только в какой-то одной стране. Нас интересовали международные компании, чтобы бизнес уходил, то есть, ну, возможность работать было в разных странах. Мы рассматривали только те фирмы, которые давали возможность передать свое дело по наследству, да, своим детям, своим внукам в будущем. Мы выбирали только компании-производители. Но вы понимаете, если компания-посредник, она сегодня есть, завтра ее нет. Компания-производитель сама заинтересована во всем, очень заинтересована. И, конечно же, нас интересовали компании, которые имеют возможность работать через интернет, через интернет-магазин. Но при этом подчеркну, чтобы у фирмы были в каждом городе свои офисы, свои официальные представительства. В результате, вот на самом деле, высоких таких требований с нашей, в том числе, стороны, это компания Reflame, друзья. Еще раз подчеркну, компания Reflame с богатым опытом, почти 50 лет на мировом рынке. Ведь обратите внимание, каждый из нас, да, то есть покупая автомобиль, хочет, то есть, купить автомобиль проверенной марки, известной марки. Каждый из нас, покупая какую-то технику, хочет приобрести для себя технику известной марки, то есть проверенную годами уже. Масштаб компании – более 60 стран мира. Товарооборот. Компания очень серьезно стоит на ногах. Товарооборот – более 2 миллиардов евро. Обратите внимание, бренд известный уже. Еще раз подчеркну, мы вас зовем в наш проект «Бизнес-модель 21 века» именно не на распространительство, а на организаторскую работу. Благодаря интернет-технологиям. Товары массового спроса. Обратите внимание, более 1300 наименований продукции. То есть то, что необходимо. Качество продукта неоспоримое. Сделано в Швеции, сделано с умом. И вот тут очень интересный факт по поводу цены. В каждой стране компания цену устанавливает на свой продукт индивидуально в зависимости от платежеспособности. Можете ради интереса проверить. В Швеции продукция в 3-4 раза дороже, чем в России. А в Греции в 2 раза дороже, чем в России. Ну, греки живут лучше, чем мы, но хуже, чем шведы. Очень удобная, быстрая доставка во все регионы. Вам не надо будет думать, как товар будут получать, то есть ваши партнеры в других городах и в других странах. Нет финансовых вложений, друзья. Это огромный плюс для каждого из нас. 17 выплат, официальных выплат в год, каждые 3 недели вы будете получать на свой банковский счет, то есть процент выплат. Вы получаете готовую бизнес-систему, еще раз подчеркну. Классные вечеринки, классные банкеты, все это входит в систему работы. И 2 уникальные на самом деле по простоте и по нужности программы. Это мой автомобиль и мой дом. Вот, к примеру, в нашей команде уже 40 партнеров получили свои автомобили по этой программе. То есть фирма готова финансировать приобретение автомобиля стоимостью до 700 тысяч рублей. Кстати, кого автомобили не мотивируют, приятная новость, сумму вот эту, да, можно получить деньгами, то есть фирма распределяет ее по периодам, и вы получаете стоимость автомобиля деньгами. Следующее преимущество, 3 раза в год путешествовать за границу, то есть в зависимости от того, какой товарооборот вы организовали, там есть четкая таблица, шкала, вы можете 1, 2, а может быть даже 3 раза в год ездить за границу. Вот мы с моей супругой, с Натальей, уже побывали в 26 странах. Меньше чем через месяц, в августе 2015 года, едем на конференцию в Валенсию, Испанию. Это будет 27-я поездка. Бонусная система. За рост товарооборота, то есть за быстрый рост, вы будете получать дополнительные бонусы. И вы увидите только часть бонусов, часть чеков, которые получали наши партнеры, которые работают вместе с нами в этом проекте. Следующий момент. Несколько примеров, друзья. Несколько примеров. Извините, прилетело. Александр Алексеев, ему 27 лет.
директор нашего проекта. Доход годовой 400 тысяч рублей. Он уже получил свой бонус 1000 долларов. Участник программы «Мой автомобиль». И в сентябре едет в Шарм-эль-Шейх. Это будет его первая поездка с компанией. Очень интересный тандем. Семейный тандем брат с сестрой. Плешкова Олеся, 23 года. Вы видите по фотографии, мама тоже в декретном отпуске. Она получила свой автомобиль от компании. Годовой доход 700 тысяч рублей. Получила свои премии, 1000 долларов по курсу Центробанка, и в сентябре едет также в Шарм-эль-Шейх. Ее младший брат Олег, 21 год, получил разовыми бонусами 1500 и 2000 долларов, и годовой доход составляет уже более 1 миллиона рублей. Обратите внимание, он также в августе 2015 года участник конференции в Валенсии, а в сентябре Шарм-эль-Шейх, также обладатель автомобиля от компании. Другой пример. У кого из вас есть знакомые в малых регионах, в селах, в деревнях живущие? Да? Может быть, вы сами даже, смотря это видео, живете в селе, либо в деревне, либо в маленьком городе. Марина и Сергей, они из села Красноармейское, Чувашия. Вот задумайтесь на секунду. Их годовой доход сейчас составляет более 3,5 миллионов рублей. Они разовыми бонусами в сумме получили 10 тысяч долларов по курсу Центробанка. Уже побывали более чем в 15 странах мира. Есть также свой автомобиль, полученный по автопрограмме. Вот задумайтесь на секунду, где бы, как, каким образом бы они в своем селе могли получить такие возможности. Еще раз повторюсь, с проектом «Бизнес-модель 21 века» это возможно. Не только молодые люди и средний возраст преуспевают здесь. Светлана Андреевна Давыдова, вот задумайтесь, да? Это женщина, друзья, уже за 70 лет. Она создала организацию в 4000 покупателей. Доход порядка 5000 долларов. На следующей фотографии, видите, посередке вот стоит женщина в сарафане. Она за спину, обратите внимание, спрятала инвалидную палочку. Вот у нее нет одной ноги, Гузель Гронская. Ребята, я вообще восхищаюсь этой женщиной. Вот она сейчас зарабатывает в этом проекте, сотрудничая с компанией Oriflame, более 100 тысяч рублей. Она купила себе квартиру в Уфе и получила права и купила автомобиль. Она меня просто вдохновляет своим примером. Итак, друзья, мужчина, обращаюсь к вам. Очень много мужчин в этом бизнесе. Запомните, я не зову помадками пользоваться, я зову здесь быть организатором, зарабатывать серьезные деньги. И вот сейчас очень приятная новость для каждого, кто смотрит это видео. Компания сейчас всем, кто стартует, объявила классную программу, это возможность поехать в Анталию. Вот как только вы посмотрите это видео, сразу же свяжитесь с тем человеком, кто вас пригласил, кто вам скинул это видео, и он вам тут же расскажет детали, что нужно сделать для того, чтобы поехать в первую свою поездку, полностью оплаченную от компании. Это поездка в Анталию. Давайте подводить итог. В чем смысл бизнеса? Смысл бизнеса в создании товарооборота большим количеством лояльных покупателей. Обратите внимание. Деньги заложены в стоимость товарооборота. То есть здесь вообще есть 8 видов дохода обязательно. То есть посмотрите видео про 8 видов дохода. Что делать надо? Людей приглашать, команду строить. И вот как только вы сейчас активируете свой личный кабинет, для этого нужна будет рекомендация действующего партнера, вы сразу же получите первые инструкции, что пошагово делать. Кто обязан помогать? Ну, тот, кто пригласил. Имейте в виду не вместо, а вместе с вами. Что будет в результате? Другая жизнь, ваша жизнь. Вот таким вот образом.